Так, и чё? Я здесь. Что дальше? Чё там с заданием? Найдите будущих кэссетов. А, сюда. Самое время переключиться на винтовку. Я полагаю. Ой, не успел. Вот я лох. But I wasn't about to call it quits. Все? Всего-то. Можно было и не париться. Да ёшкин-матрёшкин. Мне ж сюда или куда? Замечательное место. Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you all right? Would you like some water? Это, по-моему, уже какие-то бредни пошли. They were after a treasure they had hidden before they fled. Землетрясение было не меньше. Buried in a grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. Сейчас призрак какие-нибудь попрутся. Нажратый уже, козел. По-любому будет рассказывать, что он призраков еще 200 встретил. Сражался с ними, как лев. Лев Давидович. Че, куда дальше, что ли? I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was on to them. They lured me in and hit me with everything they had. Этот дух, красавчик. Эти скоты сейчас последние нормальные здания здесь в городе. Что у вас за планы по реконструкции такие интересные? Закидывать ручным динамитом все то, что хотите снести. Перезаряжай, перезаряжай, перезаряжай. Давай быстрее, 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 быстрее. Я чуть-то они сейчас весь дом так снесут, если они будут отбивать эти динамиты в воду. Опять вы, танцующие упыри. Настоящие призраки, в которые действительно невозможно попасть. Funny you should put it like that, Jack. Cause I rub it. Because when I woke up, from the dead, there was silence all around me. Ни трупов, ни черта. I could swear to God I saw Billy then. Billy who? Billy the kid. William Bonney. He was shooting at me from a rooftop. Ну, сейчас точно попрутся призраки. Here, there, even over there. Ну, типа so того. I am right. You are titched in the head. Mr. Graves, perhaps we should switch you to coffee? You see that old Indian again, too? No, but I did see Billy's killer. Patrick Floyd. He came at me guns a-blazing. But I knew that old horse had died 2 years before. I wondered if maybe I was dead too and confronting the ghosts of my past. Perhaps all my sins were coming back to haunt me and drag me down to perdition. Так, 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 пробить через город призрак. Окей. Их здесь будет довольно нелегко увидеть. Очень даже нелегко будет увидеть в этой дымке. I saw Henry Plummer throw dynamite at me. Тихо. Блин, гады, а. Еще и метку так стреляют.
еще и динамитом пуляет, тваря. Да сдохните вы уже. Это с двух рук танцующий стреляет, судя по скорости. Вообще не вижу. Тут надо пробираться, как в каких-нибудь боссах типа пулеметов. А, блин. Да ладно, только я подумал, что он... Ладно. Ничего я не подумал, подумал, что он в другую сторону. Там какая-то электронная гитара пошла, действительно. Скоро до хэви-метала доберемся. Да тварь, ну... Дурацкая дырка. А вот здесь мне пригодится концентрация, кстати. Как я про нее мог забыть. Ну и здесь больше, чем хотелось бы. Вот так вот. Гады. Своей души нет, всю мою душу вытрясли. А, это опять тот пароход. Роберт Оллинджер появился с этим двойным. Ну ю. Приезжали вообще как черти. My father in law got hit with a fallen branch. He spent the rest of his life talking to dogs. Замечательно, сейчас меня еще и пришибет какой-нибудь надгробной плитой. Это больше похоже на арену. William Brocious, John Peters, Ringo, they all wanted me dead. У меня еще и не полная этот концентрация, я сейчас не смогу ничего сделать, если меня прижмут, например, со всех сторон. О, теперь полная. Теперь-то полная. Зашибись. Откуда это было? Засранцы. Угадай, откуда летит, называется. Сволочь, мне концентрацию обломал. Это была подстава. Легион тьмы, он говорит, на него пёрли, что ли? George Curry and Harvey Logan, alias Kid Curry, both thirsty for vengeance from the great beyond. Ну давай же, нельзя тормозить такой ситуации. Jesse Woodson, James and Jim Reed, each one deader than the next. I thought I would go crazy. Thought. Да ты так и так свихнулся нахер. Да хрень собачья. Со всех сторон жмут гады. Повоюем еще. Слава богу, у меня была концентрация на максимум. Finally, I saw Harry Alonzo Longobard. The Sundance Kid. Like a general leading his legion of the dead. You told us before that you seen him alive. He was alive. Я надеюсь, не сначала.
Чё с ним делать? Куда от него валить? Скорострелы бы хотя бы были. Засранец. It was Robert Leroy Parker, aka Butch Cassidy, coming at me from out of the fog. Еще что ли один? Thanks for taking care of that bastard. Или это уже дружбан какой-то? Тройная дуэль. Понятно. Сейчас будет стрельба по всем сторонам. You won't have to, Butch. I'm killing you first. I asked him about Bob Bryant. But they were too busy with their own heated conversation. Let me get this shit straight. You want my money and the love of my life? You frittered it all away, Butch. Etta's mine. So is that damn money. I didn't want to shoot anybody until I had an answer to my question. But those boys didn't give me much of a choice. В мексиканской дуэли используйте Q и E для переключения фокуса на противника, который смотрит на вас, нажмите пробел. Так будет крайне тяжело, я чувствую. Твою ж мать, скотина. Ой-ё. Butch Cassidy and the Sundance Kid died there in that cemetery not six months ago. Кратчайший срок. Девятьсот двадцать восемь это двоих убил. Нормально. Эпилог. Butch Cassidy and the Sundance Kid were killed by the Bolivian army. Everybody knows that. That's the legend, but it ain't the truth. So, you never found Bob? There is no Bob. This old sumbitch ain't even Silas Greaves. Sir, is that true? Have you been pulling our legs this whole time? Well, not the whole time. Oh man, I think you've worn out your welcome here. Maybe you're right, Jack.
maybe it's time to pay. You see, Ben, or should I say Bob, your past always catches up with you. Вот это поворот. I was a different man back then, crazy. Drinking, I changed my ways, I swear to you. If I could turn back the clock, I... But you can't, Bob. Месть. Это будет правильно. Это было бы правильно. Why'd you toy with me like that? Telling those tales, knowing all along. Why not just lay your cards on the table? Here. I won't have it said that I left you with nothing. That's how you want it? So be it. Holy shit! Dwight, Molly, move against that wall. Go! А здесь уже без цифр. Ну и черт с ним, и так вижу все. Прекрасно. Did you know it was him all along? Cassidy told me Bob was in Abilene before he died. I wasn't sure Ben was my man until he revealed how much he knew about Ringo and Reed. The coin, of course. Well, that was the last nail in that particular coffin. I better go get the sheriff. You okay, boy? You look a mite shook up. Dwight, maybe you best go home. Young Eisenhower here is leaving for West Point tomorrow. He shouldn't get caught up in something like this. I think I might head out myself at this juncture. Unless you want to stop me, Jack. No, sir. Mr. Graves. So where are you going now? Now that you had your revenge? Doesn't really matter, does it? As I've sold my soul for it, and will never again walk with those I have lost. Где мои сигареты? Черт возьми. Ну что, игра пройдена, пару слов касательно моих впечатлений от нее. Знаете, мне игра понравилась. Как ни странно, очень такой бодренький геймплей, очень интересный стиль повествования. Но это действительно повествование, да, в прямом смысле. В этом именно таком вот ключе поставлено это все, срежиссировано, скажем так. Очень интересные фишки с тем, как он там вырисовывает черты воспоминания. Несколько поворотов достаточно интересных, хотя бы взять вот последний поворот. Очень смешно в некоторых местах, но вы видели, я ржал там, точнее слышали. И просто ухмылялся, когда он там про сотни индейцев говорил, то, что его окружили там и тому подобное. Когда чувак с моста навернулся, я просто там был в истерике. Не понравилось мне только одно, это движок. Это самая большая печаль этой игры. Он не раздражает, конечно, в графическом плане. Там привыкаешь к нему через буквально там 20 минут графики, да? Но вот эти вот тормоза непонятные, необъяснимые, которые были у меня и без записи геймплея, и без вертикальной синхронизации, там где-то 200 кадров выдает, да, игра. По счетчику сколько? 30 кадров. А на деле, ну, как будто 16, 15. В некоторых местах вообще как будто до 13 опускается.
фиг поймешь, почему. Видимо, что-то недоработали, что-то там переработали. Движок-то, по-моему, с первой части Call of Wars вообще не изменился. Вот, а так, в принципе, мне очень даже понравилось. Бодренько, ненавязчиво, в каких-то местах оригинально. Я, пожалуй, поставлю вот при всех тех минусах движка, которые портят все это дело, я, пожалуй, поставлю 7,5. Очень даже неплохо. Очень даже неплохо, плюс еще прокачка там, ну, тоже неплохо получилось, да, то есть к месту, как ни странно, пришлась. Вот, чисто вот порубать, знаете, для расслабона очень хорошая игрушка. Не скучная нисколько, вот это вот голос повествования во время геймплея очень-очень-очень разбавляет эту атмосферу, вот этого вот коридорного шутера, да, и по большей части это такая вот новелла, скажем так, получается, и очень интересно, как театральное представление какое-то прям, из первых глаз, из глаз главного актера. Это оригинально, это хорошо здесь получилось, ну и круто, круто, все круто, как бы вот так вот. Мне понравилось. Неожиданно игра мне понравилась. Очень неожиданно. 7,5 из-за движка. Ну, из-за того, что, в принципе, по сути, ничего такого-то. Оргазма не вызвало, но очень-очень порадовало. Все, наверное, на этом. Я надеюсь, вам понравилось это прохождение. К сожалению, Warhound, я так понимаю, ждать не стоит уже никогда и нигде. Есть только под другим названием от других разрабов с той же идеей. Ну а так, к сожалению. Ладно, может быть, дойду до других Call of Wars, а пока данный последний я прошел. И это хорошо. Все, всем спасибо, что смотрели. С вами был Доскос. Всем удачи и всем пока-пока. Bullets make good rain.